Деньги в честь празднования 70-летия Победы получит каждый сочинский ветеран. На это город выделяет 11 миллионов рублей. Чтобы получить выплату к 9 мая, все необходимые документы нужно подготовить уже сейчас. Ветераны Барановского сельского округа смогли сделать это сегодня. Далеко ходить не пришлось. Документы оформляли в здании местной администрации. Здесь же выдавали проездные талоны, отвечали на вопросы о пенсиях и социальных льготах. Мы такой комплексный решили сделать мероприятие для того, чтобы людям было удобно. А к тем, кто не сможет сегодня приехать самим, мы организуем выездные бригады, которые на месте жительства возьмут у них всю нужную информацию. Округ посетили и врачи. Ветераны смогли пройти профилактический медицинский осмотр. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Каждой женщине на выходе вручили цветы. Общественные приемные работают во всех районах города с начала года. Теперь специалисты планируют выезд к ветеранам в Хосту и в село Раздольное.